Приветствую всех на моем канале. Давайте посмотрим, что вам важно знать и срочно вам нужно знать. Мужчина, у кого-то военный врач, ну какой-то такой чиновник, мужчина какой-то значимый, ребенок, дом. Ну, слушайте, у кого-то создание семьи с мужчиной, восполнение семьи. Вор, что вор? Вы известие получите. У вас как-то все, действительно все наладится, а вы известие получите. Вот какой-то вор, какой-то ваш недоброжелатель, какой-то вот, ну, не знаю, соперник, соперница, кто здесь? Вы каждый знаете, да? Потеря какая-то. Вы прям сообщение к вам придет. Что-то у вас здесь хотели забрать ваше, и, может быть, забрали, но вот этот человек будут одни потери, вы об этом узнаете. И сообщение вам, знаете, как оно вас очень обрадует. И вы поймете, что в жизни есть, смотрите, судья и священник, что высшие силы наказали человека, который действительно, наверное, в прошлом делал вам нехорошие вещи. Здесь прямо высшие силы, высший суд. Как подарок вам от судьбы и от высших сил. Вот это вот сообщение будет, ну, действительно, это вас очень сильно обрадует. Всего вам доброго.